5 ночей с Фредди плюс. Да, плюсик. Плюсик, это у нас плюсик. Ну, давайте же начнем играть. Одну ночь я прошел. Ну, сегодня пройду с вами уже и остальные ночи. Попытаюсь. Так, нужен что-то там охранник работать. Так, что у нас тут у нас сейчас будет? Черный экран просто. И понял. А, ну все, помню. Понял, что это у нас? Ну, это типа мы должны аномалии какие-то убирать. Что-то какие-то мы должны убирать аномалии. Так. Оп. Так, одна аномалия удалена, еще. Две. Ой, еще одна аномалия. Будем искать еще одни аномалии. Вот она. О-о-о-о. Было что-то, что-то было. Ого. Так, почти, а нам осталась одна аномалия. Вот-вот, и она как раз тут. Всё. Мы прошли, ну, позже, столовку. Или как ее там называют. Ой. Вот, всё. Мы в своем родном офисе, и у меня что-то не так. Так. Hello. Hello, hello. Well, welcome to Franny Fazbear's Pizza. I know it won't be an easy job. Так, иди нахрен. Ты нам здесь не нужен. FNAF Plus это типа что-то там. Не знаю, что-то, ну что-то. Вот у нас есть код. Конечно. От кухни нужен, но я не знаю какой. Я даже не знаю, зачем смотреть камеры. Уже час целый. Марионетка. Капкейт. Работает? О, работает. А если вот тут на него... О! Чего? А что они на меня? Они только что на меня смотрели, как на дебила. А тут работает на камере? Эх, на камере не работает. Они на меня сейчас часики... О, часики, кстати. Часики работают в реальное время. Это прикольно. Они на меня сейчас смотрели. Может, вот так делать? Нет. А как тут закрывается? Капец, вот с трудом закрываются двери. Лифт какой-то. Какой-то лифт. Выход. Здесь написано выход. Прям выход, прям, не знаю, прям выход написано. Ну, они пока стоят на месте. Уже 2 часа, ну, 2 часа ночи. Так. Ну, это то самое место, да? Так, левый, чё? А зачем? Так.
Уже 3 часа. Опа, Чика сбежала. Где она? Где Чика? Я Чику потерял. Может, она в кухне? Мне страшно стало. Она ушла. Она сбежала! Calibration. Calibrate. Calibration. Где эта курица? Опа. Эта камера не работает. Она не работала? Да, это тут. А где Чикару? Где-то Чика. Если я умру на первой ночи, это будет позор. Прям какой позор. Где Чикару? Чикару. Опа, опа. Выглядывает здесь падла. А где Чика, ее найти не могу. Пофиг, закроем дверь. Дуб-дуб-дуб-дуб. Дуб-дуб-дуб-дуб. А! Здорово. Нужно открыть, кстати, дверь. Просветим. Так. Чтобы простраховаться. А, так она в столовке. А, так она в кухне. Посудой гремит, падла. Ну, в принципе, мы прошли уже. Да, мы пошли. В принципе, это уже такой прогрессик. Опять аномалии удалять. Так, ладно. Вот и вот это. Тут аномалия. Это здесь. О. Угу. Вот, удаляем. Удалили. Так, вот тут удаляем. Аномалия номер 3 удалена. И еще одна. Еще одна. Это какой-то спидрон. Это спидрон. Спидроны. Спидроны. Это спидроны. Понимаете? Понимаете, это спидрон. Это был спидрон! Так, мы куда-то топчем. То есть, идем. И мы куда-то пришли. Интересно, куда? Блин. Опять у меня башка... Ой, ема мне лагает. Все, нормально. Иди нахер! Иди нахер! Я не знаю, человек, вот... Чика уже уперлась! Падла. Ко просветим. Я не знаю, человек, вот создатель этого плюса,
специально брал, я озвучивал этот сраный телефон, а его никто не слушает. Вот, не знаю, неблагодарные. Вот неблагодарные люди. Ой, здорово, бартанчик. Кстати, анимированная она, кстати, в камере. Видите, она дрожит. Ты чё там стоишь, пикаюська? Так, кстати, никого тут нету. Вообще-то вторая ночь. Ты ж... Вот это, падла, всё любит достать меня. Ага, в столовой, падла. То есть в кухне. В которой камера не работает. Вот это, наверное... Ну, она работает, так как мне нужен пароль. Пока все, конечно, все хорошо идет. Ага, Бонни ушел. И Фокси, кстати. Фоксиан, где Фоксиана? О, Фоксиана уже. Ага. Где Бонни? Где Бонни? А, вот он. А Чика где? В кухне? Бонни до сих пор тут. О! Нормально. Обосрал меня. Падла. Опа. Дебил тут стоит. Дебил. И такой... А-а-а! И... Алло, ворс кабан. Кто смотрел фильм, ставьте лайк. О, здорово. Что? Стоите тут, дебильки. О, Фокси. Ёпта, что? Надо за Фокси, кстати, присматривать тут. Вот прям присматривать надо за ним. Он какой-то нервный сегодня. И злой. У него глаз белый. Угу. Я закрою дверь, пожалуй. Ой-ой-ой. Здрасте. Чика-то ушла. Опа-на. Здрасте, 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 здрасте. Фоксиана-то где? Фоксиана-то вот он. О, блин, блин, стоит он. Угу. Этот-то ушел. А вот этот-то не хочет. Угу, бешеный. Опа, на, здрасте, здрасте, здрасте.
Уже нападают, видите? Нападают. Чика вообще быстро уходит, она не такая уж и нервная сегодня. Она просто такая: на! Да и все. И больше тебя не пугает. Бля. Напряжно, напряжно. Да где Фредя? А, ну все. Ну все. Да, в принципе, не так уж и сложно следить за целым Фокси, который меня чуть не прибил. Так, ну, проходим третью ночь. Тут нам нужен Икс. Ну да. Аномалии будут такие. Тут аномалия. Чё ты не уходишь-то? И ещё одна здесь. Во. Как мы музыкой убиваем какую-то аномалию? И нам осталась одна аномалия, кстати. Скорее всего, вон там, здесь. Ну, в принципе, всё. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, то же самое. Начинаем, так начинаем. Нормально, они еще на месте стоят. Hello, hello, hello. Listen, Я хочу тебя слушать. Иди ты нафиг. Тем временем тот, кто это озвучил. Почему меня никто не слушает? Почему меня никто не слушает? Я что здесь? Никому не нужный? Так, ты где? Ты не у меня? Почему я записываю им эти обращения по ФНАФе? Телефоне. А меня все пропускают. Я никому не нужный. Фокси уже, сори. Сломанный, что ли? А, неисправен. Или что там? Я не знаю. Ну, час мы уже прожили. То есть, один час это одна минута. Боняка уже ушел. Боняка. А где Боняка? Так, Чика-то уже... А, вот он, Боняка. А Чика-ей? Чика-ей-ей? Чика-я? Где Чика-я? Чика-я, дурочка. Чика-я-я, Чика-я. Е-е-е-е-е. Пурум-пурум-пурум-пурум-пурум-пурум-пурум-пурум. Вот. Оу-оу. Жёсткий. И опять там кто-то... Я правильно так догадался. Ага.
Их даже в коридоре со мной нету. А я тут уже весь пересрался. Ага, я его даже... Ха, я его даже не заметил. Прикол в том, вот и что повтор. Я его даже не заметил. Если думать логически. Чика еще тут. Бешеный. Бешеный дурачок. Чего? А как меня Фредди убил? Ладно. Я каким-то образом убил. Я каким-то образом убил Боняка. А Боняка тут. Вроде его во свете-то не было. Или он и не должен там отображаться. Я как бабка, знаете? Ой, я только что хотел сказать. Кто-нибудь нам сломает камеру? Ну, Боняка нам сломал камеру. Ха, пропало. Я дебил. А эта дура заколебала нам тарелки там ломать. А! Камеру сломал, падла. Так, а где Боняка? Боняка тут? Ты закройся, ты тупая. Прикольное спещание. Закройся дверь, тупая. Не понимаю, я всегда путаюсь.
Чё за херня? Да, очень интересно. Опа, Фредди. Фредди ушел. Надо смотреть за вот этими камерами, потому что тут может быть появиться Фредди. А Фредди такая бесячая тварь. Ну, она мне уже, он меня только один раз убил, а он меня уже и бесит. Где тут бибил? Он в этой комнате. Он у меня, да? А, не у меня. Где Фредик? Так, он у меня, да? Да, он у меня. Опа, они вместе у меня здесь. Эти твари у меня здесь. Да, прошел. Ну, Фредди, тварь, конечно. Что такое экстра? Экстра. Я такой промахиваюсь, нажимаю на Евгей. Жизнь забыла бы. Я бы думаю... И все. Да, вонючие. Аномалии. Они меня так бесят. Все. Удаляем. О. Хорошо. Аномалия номер 5 была удалена. А что будет, если аномалию не удалять? Интересно. Тут уже слышно, кто издает звуки. Никто. Это был я. Так, и кто-то сейчас уже уперлся. Угу. Конечно, уже уперлась. И этот дебил уже ушел. Вон тут. Hello, buddy.
Пойди нахер. Так, он уже тут? Нормально. Они уже вот здесь. А Фокси уже нет. Фокси не поглядывает. Этот уже ушел. Ой. Если он тут уже. А это сейчас пойдет в столовку. То есть, как сказать? Как сказать, что в столовку? Не в столовку там. Ну, давай. Ну, вы же слышите, куда она пошла. Так, ты тут, да, находишься у нас уже здесь? То есть сначала ты пойдешь сюда. Падла, падла, падла. И это тут уже. Тут как тут. Тут как тут. Все у меня в гостях ходят здесь. Так, примерно надо сделать вот так. Опа, они вместе здесь. Они вместе с Фредякой. Фредякой тут. Да я не знаю, как выходить или да? Ладно, закрой дверь. Да-да-да, беги, беги. Да-да. Да-да. Сколько раз я уже срусь от этого вонючего скримера? Здрасте, здрасте. Хватит мне под окна смотреть. Да-да-да. И Фредди. Где Фредди? Где-то рядом, да? Он где-то рядом. Он где-то рядом. Двери закрывать не буду. Да где ты тихоня хихучая? Здесь.
Фредди Фазбро. Рядом со мной дают. Блин. Нет. Время, пожалуйста. Да! Да! Часы! Я вас люблю! Да! Да! Сейчас реально чуть не проиграл. Давайте последнюю ночь. Последнюю ночь. Пока не... Ну ладно. Во-во-во-во. Ну, удаляем аномалию. Все, пока. Да. Ну чего, я радуюсь. Аномалия — это самая легкая. Что? Чего? Это что? А ничего? Зывые? Здрасте. Здрасте, забор по красте. Кажется, на охранника что-то напали. Ема, он уже здесь. На меня? Нет. Опа-на. Да, моя жопа так... Давай! Давай! Давай, ты чё? Чё за хрень? Да закройся ты! Вы видели, у меня дверь не закрывалась, что ли? Бонни их сломал или что? Дверь тупо не от него тут. Вот, сейчас она у меня все нормально с дверью. Вот, давайте послушаем, что. Так,
кажется, что на него напали. Или что с ним случилось? Има, Фокси уже здесь. Где Чика? Я лучше дверь закрою, пожалуй. Он уже все тут. Теперь лучше буду заранее все это делать. Дверь можно открыть. А, он тут в коридоре еще. Вообще мало энергии. Ладно, давайте же закончим на этот ролик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.